reacționez. Вот смотрите, было написано заявление на имя генерального прокурора Харуджина Эдуарда 20.02.2019. Ого, в феврале, уже почти год назад. И? Почему год? 2019? Да. В этом году, в феврале. Да, да. То, что связано с моим отцом. Да. Данное заявление даже никто не ответил. Вот. Официально зарегистрировано, официально, да. Генеральный прокурор. Понятно, 20 февраля. Пожалуйста. Так зайдите в бюро аудиенции и спросите, где ответ. Бесполезно. Бесполезно. Здесь написано и предоставлены все заявления, которые были, то, что связано с уголовными делами, да. Здесь также мы пишем, почему не было сделано экспертиза в соответствии с выпуске из больницы. Вот заявление, которое было написано на имя президента. Зарегистрировано официально. 05.07.2019. Даже... Летом, да. Летом. Вот по факту фабрикованного уголовного дела, по всем событиям, то, что имело место. То же самое. Понятно. Давайте протестовать. Может протестовать перед президентским дворцом? Давайте туда. Потому что они должны были нас принять на прием. Давайте в понедельник идем в ЧСМЕ, в магистратуру и в президентуру, да, чтобы да. По два, да? Вот смотрите, я тут пишу. От имени нашей семьи мы обратились к вам с просьбой принять к вам на прием. Угу. Вот официально зарегистрировано заявление. И по каким событиям? И оставили телефон, адрес, все. А как же, все зарегистрировано. Здесь я предоставил доказательства, что были написаны заявления на имя генерального прокурора, на имя президента. Угу. Тут я пишу, предоставляю доказательства, все заявления. Не отвечают. Не отвечают. Кто не принимает.